В Донбассе в районе Горловки сегодня начали работу саперы. Им предстоит разминировать территории в непосредственной близости от линии соприкосновения. Город и его окраины подвергались мощным обстрелам во время активной фазы конфликта. И теперь предстоит убрать мины и не разорвавшиеся снаряды. Это даст возможность ремонтным бригадам восстановить инфраструктуру. Магистральный водопровод, объекты энергетики, а также ветки железной дороги. Перечень участков, подлежащих разминированию, был согласован в декабре в Минске. За процессом на месте следят наблюдатели ОБСЕ и представители совместного центра по контролю за прекращением огня. Они уже прибыли в район Горловки. По плану ремонт электросетей там должен завершиться 29 января, а 31-го местным жителям обещают наладить подачу воды.